картине у него очень много охры. Она задает главное настроение. Но охра уже ложится на тонированный холст и более сложная становится, чем если бы мы закрашивали белый холст. Зелененький. До середины формата по высоте доходит. Это изумрудное. Чуть-чуть с желтой изумрудная. Мазки утаптываю такими, как бы, мозаичными. Сегментами по траектории ухода за архитектуру. Охра теперь только помигивает, но она создала колорит картине. Вы видите, есть некоторая необыкновенность укладки от этой кисти. Особенно в вопросах множества в зелени. Краплак с охрой желтой. Черный-красный.
чтобы начать деревья, вернее, относительно деревьев я найду архитектуру. То есть стволы, я имею в виду стволы. Вот этот ствол стремится к середине, но не доходит до нее, и с него можно начать. Холст у меня не такой квадратичный, поэтому с некоторой коррекцией. Коряжестость стволика рождается в том числе от движения туда-обратно. Так, вот этот просится теперь. Уже привязан к этому стволу. Розовый добавил, не только красный. Отсюда более-менее понятно, как происходит. Опять веерная кисть, вы видите, сразу дает эффект множества. Коричневенький с розовеньким. Здесь обращаю ваше внимание, что передний куст внятно заслоняет дальний. Так, хорошо. Да, в общем-то,
Понятно, что я даже не буду вот по сухому ее продолжать. Можно было бы чуть-чуть порыхлить, там-сям чуть-чуть уточнить архитектурку, но пусть будет вот такой нарочитый этюд. Дырочки всегда украшают. Причем, если бы я дописывал, то дописывал бы в основном как раз в небе, вот касание веток. Касание веток к небу. Но оно у меня близко к тексту хорошо, поэтому обойдусь без дописывания. Все, друзья, пробуйте.